Мне вот 31 год, я не замужем и в отношениях давным-давно не состояла. Последний раз это, возможно, было 20-21 год. И я так, анализируя себя, я просто боюсь идти в отношения, потому что, живя долго одна, получается, Привыкла. ну, то есть жила, да, так проще, так как-то, ну, то есть есть страх, когда, то есть кто-то рядом появится, нужно под него подстраиваться, еще с ним его какие-то предпочтения, убеждения учитывать. Ну, то есть получается какой-то страх. Я не знаю, может, я еще и до сих пор живу с родителями, может быть, это... Все, уходи от родителей сразу. Ну, пытаюсь, но Ты не что-то пытайся, не ты сними получается. квартиру и съедь просто. Ну, окей. Чего? Началось так. Да. Или же, может, что-то, Ты ну, не ничего знаю, больше не сделаешь жертва. лучшего для себя, чем съедешь от родителей. В 31 год надо уже жить отдельно. Ну, окей, это не, я не думаю, что это прям поможет, потому Поможет. что я не чувствую ту же какую-то свою женскую часть. Ты, когда останешься в квартире одна, ты сразу свою женскую часть почувствуешь. Ты каждый шорох за дверью будет тебе страшно. Это знаете, вот когда жена выгоняет из дома, этот, да, там типа уйди, мы с тобой больше не живем, а ты хочешь как бы сохранить семью, это для мужчин, да? В 3 часа ночи приди, в дверь пни и стой возле подъезда где-нибудь рядом. Если она тебе не позвонит, а в подъезд забегает другой мужчина, уже все. Но если она тебе звонит, иди спасай. Ты же с родителями живешь, тебе не страшно. Но когда ты останешься в квартире одна, тебе будет страшно. И ты кого-нибудь приведешь переночевать.